Всего напоминает солнечную обсерваторию, да, она связана с какой-то определением дат года, на захоронение она не очень, если она даже была, то ее, по всей видимости, разграбили, да. Ну, грабили все, начиная с КГБ, Москва и все прочее, все артефакты крутые вывозили, да. Грабили немцы, 41-й год, наверное, да. Юг Украины, да, очень много. Если вы помните, 44-й год, да, Малиновский шел на Новую Одессу, он гнался за 6-й танковой дивизией СС. Он хотел отбить вот эти сокровища НР. Ради этого положил только в первый день 1700 солдат. Вот. Там еще 3 дня или 4 дня битвы. Это чтобы вы знаете, кто Петя знает, Новая Одесса, это нету ни леса, ни переправ, еще этого. Разобрали деревянные мельницы и деревянные церкви, сделали переправу. Немцы потеряли около 40 человек, наши я не помню общее количество. 1701 день, следующие дни там было 800, 900 и прочее. Место очень крутое. Здесь, по некоторым источникам, тем, что я читал, можно было делать посвящение Джуру. Да? Это первая степень посвящения. Мальчики, достигшие возраста 13-15 лет, накануне делали стрижку. Помните, да, такой вот. Приходил дед, отец и сын. Вся семья становилась по кругу, готовили завтрак. Они встречали солнце, да, ну вы знаете, солнечные энергии самые крутые за 90 минут до восхода солнца. 90-45 минут восход солнца, да. И когда солнце встречали, все спускались и праздновали вот этот момент, обряд посвящения. Вот культура очень интересная, да. Вот у меня сегодня возник вопрос, да, обратиться к Пете, да, побеседовать. Я думаю, что ну, пора, надо делать тур такой общеобразовательный для всех. Его практики, мои знания, то есть выработать какой-то курс, который даст людям элементарные ценности, которые можно общаться каждый день в жизни, применять их просто каждый день. Это не супер глобальные знания, но как бы восстановить, пытаться этнокоды, да, людей, которые живут на территории Украины. Потому что это очень важно, понимать суть. Да? Вот я уже вам приводил примеры, что такое слово «кахань». У нас все девчонки специалисты в области «кахань». Переведите, пожалуйста. Это санскрита слово перекладывается на украинскую мову, переводится «тих, кто признал высшие знания». Гетьман – тот, кто может организовать победу. Сабля – та, которая умеет защищаться. Бандура – та, которая издает чарующие звуки. Каша – подрібнене зерно.
Вот когда знаешь истоки языка, mm-hmm. вы понимаете совершенно другие смыслы, и вы в своей практике, в своей энергии вводите то, что может быть самым крутым. Это этнокод человека, который живет на этой территории. Это достаточно крутая тема, чтобы понимать. Вот я сегодня, уже второй год понимаю, что если я не знаю человека, то мне нужно, как я говорю, сосканировать нежность сюда, понять, что. Тогда это быстрее, чем разговор. Можно надавать, есть практики психологические, с первого вопроса определить тип собеседника. Как вас зовут? Лена. Леночка, как вы провели отпуск в прошлом году? А в мене его не было. Ну, мне можно не отвечать. Я уже понял, кто вы. Вы визуал. Вы представили картинку, отвернули на секунду взгляд. Есть другие вещи. А есть третья вещь. Вот Юля мне мозги пудрит третий год. Да. Я ее обнял, и мне уже все стало понятно. Круче гораздо. Поэтому нужно понимать вещи, которые жили наши предки. Да, это очень важно. Люди вставали, я хочу вам объяснить одну вещь. Они вставали каждый день и понимали, что делать. В отличие от нас сегодняшних. Они знали, какой праздник, какая энергия, что сегодня можно сделать, что нельзя, что сделать на будущее, как помянуть предка. Да, мы ходим все на кладбище, но мы не понимаем, что мы пользуемся скифским обрядом до сих пор. Вот придя сюда, нужно было пролить 3 капли красного вина. Это первое, что нужно сделать. Даже вот вы ходите там на поминки, на 9 мая и прочие вещи. Это вещи, которые в нашей крови. Да? Это очень важно. Важно понимать, кто такие анты-арии. Да? Которые, вот мы, это период, который мы... Триполи, анты-арии. Это вот период, который... Появились первые принципы духовности, да, это гостеприимство, доброта и теоцентризм, да. Очень хорошие вещи есть моментами у сковороды, которые вот эти вещи очень тонко, круто описывают. Поэтому нужно это понимать, принимать. Петя делает классные вещи, да. Может быть, их нужно как бы расширить для большего такого круга понимания, вернуть людям эту тему, которые потеряли это. Да. Может, мы перестанем догонять 13 дней в календаре. Может, станем смотреть по-другому на будущее. Научимся создавать, а не говорить, не коучами быть, не тренером, а создавать. Это другие вещи. Все, что я хотел сказать, да. Курганы вспомогательные, под 90 градусов можно замерить, у кого есть компас, пожалуйста. Это Yeah.